Что такое? Привет. На календаре начало декабря, а это значит время очередной встречи в формате «Что там? Учитай быстро». У ЧБ все стабильно. Приехали новые книжки, обновился сайт, добираемся до 10 тысяч подписчиков и тест скорости чтения прошли уже больше 70 тысяч раз. Обо всем об этом чуточку поподробнее, не переключайтесь. Пункт первый. По новинкам. К нам наконец-то доехали 4 книги от Альпины, которые мы так долго ждали. На 2 из этих книг мы уже смогли сделать микрообзоры на сайте и на YouTube-канале. Это книга Стефани Сворд Уильямс «К черту скромность». И Малкольм Гладуэлл «Бомбардировочная мафия». У Гладуэлла несколько обзоров уже выходило в «Читай быстро». Каждый из них можно будет найти по ссылке под этим видео. Надеюсь, что и на «Бомбардировочную мафию», которая мне предварительно очень сильно понравилась, мы сделаем тоже большой обзор в дополнение к маленькому тому, который уже сейчас есть на сайте. Кроме этого, читаем сейчас и готовим обзоры «Митио Каку. Уравнение Бога» и Эрика Тополя «Искусственный интеллект в медицине. Как умные технологии меняют подход к лечению». Спойлер, меняют достаточно сильно, но еще не до конца можно исключить человека из лечения некоторых болезней. Так, это то, что касается новинок и обзоров, которые у нас будут в декабре. Второй большой раздел – это то, что обновился сайт, и вы можете посмотреть на него вот прямо сейчас моими глазами, открыв, например, обзор книги Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Ну, во-первых, мы добавили возможность сразу же в первом экране для всех желающих поделиться этим обзором. Это можно сделать как в Фейсбуке, в Твиттере, или переслать это в Телеграм, или, может быть, даже олдскульно переслать на почту какому-нибудь знакомому, который может почитать этот обзор. Мы добавили время прочтения обзора, 15 минут конкретно для этого, то есть вы можете уже планировать, сколько времени займет прочтение обзора. Дальше, сразу под главной картинкой можете почитать от том, кто является автором этого произведения, почитать супер короткое содержание, состоящее буквально из 2-3 предложений, посмотреть все похожие книги, даже посмотреть, какие курсы могут быть полезными тем людям, которые интересуются этой книгой. Ну и, конечно же, отдельный раздел – это отзывы. Вот так вот выглядит блок «Вся книга в 2 предложениях». Здесь есть короткое видео, год издания, какой объем и какое среднее время прочтения этой книги. Также добавился раздел «Где купить книгу». Вы можете на каждом из новых обзоров вы можете видеть магазины для Украины, для России, для Казахстана, для Беларуси, везде, где продается эта книжка. Ну и после основного содержимого также блок с похожими книгами. Название, изображение, авторы, время на прочтение, которое у вас займет этот обзор, и курсы, курсы, курсы. Самое главное – это блок отзывов. Мы их полностью переработали, и теперь каждый из вас может оставлять не просто обычный комментарий, а отзыв по книге, при этом сортировать те, что уже есть по новым или по популярным, и когда вы оставляете отзыв, мы сделали все для того, чтобы он был максимально развернутым. Это основной текст комментария, что понравилось в книге, что не понравилось, и ваш рейтинг от 1 до 5 этой книги, и с чем вы согласны в ней, с чем не согласны. В общем, мы надеемся, что вот эти переделки позволят нам получить на страницах с обзорами как можно больше ваших отзывов о том, вам лично понравилась книга или не понравилась. Вот такие вот изменения за последние 2 месяца. Надеюсь, что они сделают наши посты на блоге еще более полезными и информативными. Третья новость.
На момент записи этого видео у нас на канале 9550 подписчиков. Осталось еще совсем чуть-чуть, и мы будем праздновать первую круглую цифру 10 тысяч подписчиков. Очень надеюсь, что это случится до выхода следующего видео в таком формате через 2 месяца. Пожалуйста, если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь. Если не нажимали на колокольчик, то нажмите, поставьте палец вверх этому видео. Можете и пройтись еще по нескольким, написать комментарий, а также позвать всех своих друзей, которые интересуются нонфикшн, обзорами книг, деловой какой-то литературой, пусть тоже приходят, читают, слушают, подписываются на канал, и после 10 тысяч, надеюсь, мы ускоримся еще в разы, и потом будем вместе с вами праздновать уже и 100 тысяч. Ну и последняя новость. Для меня было откровением, что немногие из вас знают о том, что на главной странице, или даже находясь на любом посте в блоге, вы можете с главной страницы или с блога попасть на наш тест скорости чтения, который мы разработали буквально вот уже года, наверное, 3 или 4 назад будет. Там это бесплатный тест, по которому вы можете оценить свою текущую скорость чтения и можете это делать регулярно. То есть раз там в 2-3 месяца приходите проверять скорость и смотреть, насколько вы эволюционируете или, может быть, деградируете в скорости. Тест абсолютно бесплатный, вам рандомно выдается один какой-то текст из большой базы, которая есть внутри этого инструмента, и по прошествии вы нажимаете кнопку «Начать читать», и после того, как вы все прочитали, по прошествии этого времени вам задаются вопросы по этому тексту, и благодаря этому мы оцениваем скорость и осознанность вашего чтения, и даже потом в конце выдаем сертификат, которым можно поделиться где-нибудь в соцсетях или переслать знакомым. Так вот, оказывается, что мы так не очень обращали внимание на цифры, которые у нас там есть по количеству пройденных тестов и выданных сертификатов, а перевалили за 70 тысяч уже. 71 231 выданный сертификат на момент записи этого видео. Тоже ура, ура, салют, фейерверк. И, в общем-то, радостная достаточно новость. Надеюсь, не только для меня, но и для вас тоже. Вот такие 4 основные быстрые новости. Побежали читать книги, потому что во второй половине декабря это сразу уже начнутся мандарины, елка, подготовка к Новому году, будет не до обзоров. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, пишите комментарии. Если что-то, какую-то книжку хотите, чтобы был обзор как можно быстрее, тоже указывайте в комментариях, что нравится, что не нравится, пишите. Проверяйте скорость чтения. Ну и пользуйтесь обновленным сайтом, надеюсь, он будет для вас очень удобным. Побежали. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.